Всем добра, здравствуйте. Ну вот настал очередной сезон посадки картошки. Сегодня 18 мая. Хотел я вот на этой штуке этим заняться, использовать его как мини-трактор. Видео вот об этой приставке к мотоблоку у меня есть на канале. Ссылочка будет внизу в описании, кому интересно, можете посмотреть. Также здесь есть навеска задняя. В общем, как я не пытался приспособить сюда сельхоз всякие орудия, ничего не получается. Вся беда в том, что вот эта передняя колея шире, чем колея мотоблока. Даже если я сюда поставлю жигулевские колеса, все равно они не совпадают. Вот в такой компоновке можно его использовать для передвижения по участку, что-то перевозить. И на заднюю навеску барану вешать. Вот тогда вот нормально все это работает. Значит, итак, сейчас я все это разделю и начнем посадку классическим методом. Ну что же, вот так грунтозацепы на коротком адаптере. Окучник переделанный из двухрядного, как это делалось. Есть ссылочка. Внизу под видео переходите, там более подробно. Поехали. Несколько минут. Ну, где криво, это вот такие камни попадаются. И, соответственно, мотоблок уводит в сторону. Ну все, сейчас сажаем. Да, насчет посадки. В прошлом году у меня было видео вот про такое приспособление. Мы его немножко доработали. Появился здесь вот такой вот, как назвать, набалдашник, при помощи которого мы делаем лунку. Вот сначала первая лунка, оттуда покажи. Вот так, первая лунка мы сделали, ставим трубу, кидаем картошину, делаем следующую лунку, над ней ставим трубу, кидаем картошину, и так далее. Потому что без этой лунки, когда в трубу кидаешь, картошина куда-то убегала. Вот чуть-чуть усовершенствовали. Все, сажаем.
Ну вот так не спеша уложили аккуратненько картошечку в рядки. Ну и сейчас мы ее закопаем. Едем, что называется, по картошке. Делаем так уже не первый год, поэтому не надо писать в комментариях, что все, хана картошки, ничего не будет. Все нормально. Так, ну ладно, сегодня мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Переходите по ссылкам под видео, там за несколько лет много интересных сюжетов. Найдете для себя что-то полезного. Всем пока!